Ребята, всем привет! Хотел бы, чтобы вы обратили внимание на эту фотографию. Это наша казахстанская действительность. Лукман Ахмедьяров, журналист газеты «Уральская неделя», разместил пост на своей страничке Facebook с этой фотографией. Это фото сделал Санат Орналиев, журналист радио «Азатык», во время мирного митинга в Уральске 10 мая. На фото полицейские задерживают 79-летнюю Майю Лукьянову, которая после мирного митинга вышла в магазин купить воды. На снимке символично все полицейские, пожилая участница митинга, молодой человек изо всех сил, старающийся не видеть этого, молодая женщина и шокированное лицо маленькой девочки, которой всю предыдущую жизнь наверняка твердили об уважении к старшим. Ну и далее Лукман Ахмедьяров задается вопросом, такое рухани Жангыру, модернизация сознания. Но Султан Назарбаев в ходе поездки в Западную Казахстанскую область выразил опасения по поводу того, что по жилищной программе квартиры могут достаться не тем, кому надо. И вот его прямая речь: обеспечить доступным жильем первым. У кого есть уже квартиры, он туда не попадает, потому что у нас народ ушлый, по дешевке получить, потом в аренду сдавать и получать зарплату. Нет, у кого нету, будем давать. Поэтому это будут подпадать молодые, заявил Назарбаев. Напомню, в настоящий момент правительство пытается запустить программу 7-20-25. Суть ее состоит в том, что каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заем в тенге по следующим условиям для решения своих жилищных проблем. По поводу того, кто из нас ушлый, а вот в правительстве прям так и сидят ангелочки, которые трепещут своими крыльями. А мы вот тут выживаем. Да и так говорит, как будто из своего кармана дает, да и беспроцентный. Тут еще надо найти людей, которые смогут изыскать средства 20%, чтобы заплатить первоначальный взнос. Ну, мне кажется, что эта программа обойдет многих стороной. Кто хочет получить более подробную информацию, я оставлю ссылку под видео. Ну и ставим лайки, подписываемся на канал, кому понравился ролик. Также оставляем комментарии. Всем пока!